такое поверье. Напротив кого из молодоженов первой разгорится свеча, такой будет полпервенцем. То есть, если первой разгорится свеча напротив Лены, то первой в семье появится девочка. Кто за девочку? Так, хорошо. Если первой разгорится свеча напротив Саши, то первой в семье появится мальчик. Кто за мальчика? Ну а если одновременно или одновременно, то будет двойня. Кто за двойню? Леночка, вот они, доброжелатели, да? Так, мамы приготовились. Итак, раз, два, три. Мамы зажигают. Ну я вам скажу, что первая разгорелась свеча напротив Саши, если кому не видно. То есть первым в семье появится мальчик, и спустя секунды две девочки. Ну а сейчас, мамы, вам предстоит соединить это тепло семейного очага, которое вы только что передали своим деткам, соединить его вместе в один новый семейный очаг и вместе зажечь ту самую свечу, которая в дальнейшем будет символизировать семейный очаг молодоженов, и поверьте, они будут хранить его на протяжении всей их жизни. Ну что же, аплодисменты вам!